Саша, большой привет! Мне очень приятно, что вы нашли время, заглянули ко мне на канал и смотрите это видео. Надеюсь, что вам будет интересно. И в этом видео я хочу вам рассказать и показать наполнение коробочки Elbox, то есть новой самой коробочки. Пришла она мне буквально пару дней назад. Все, чем можно было попробовать воспользоваться, я попробовала и расскажу о своих первых впечатлениях, а также покажу поближе все наполнение коробочки. Итак, это видео для тех, кто любит коробочки с косметикой, кто любит просто косметику, кто хочет узнать какие-то новинки, которые появляются в косметике. Поэтому, кто любит такие темы видео, то оставайтесь, и всем желаю приятного просмотра. Так, давайте начнем. Начнем мы с оформления самой коробочки. Коробочка у нас идет в цветочном дизайне. Это у нас уже второй раз такая коробочка выпускается. То есть после того, как компания Elbox перешла на магнитные механизмы открытия коробочки, то есть именно самая первая магнитная коробочка была именно такого оформления, в таком нежно-розовом, таком красивом цветочном дизайне. Открывается она по-прежнему очень удобно и легко, просто сдвигаете ее вот так вот одним пальчиком. И когда мне приходит эта коробочка, я спешу быстрее ее открыть. Мне так интересно, что там находится, что же в этот раз положили. То есть для меня это именно какой-то сюрприз, какая-то именно девичья приятность. И мне безумно нравится открывать эти коробочки. И нравится, что здесь всегда написано какое-то пожелание, либо какая-то фраза. Вот в этот раз на этой коробочке написано «Нам нравится, как вы сегодня выглядите». То есть вот такая вот фраза. Тоже очень приятно. Спасибо компании за такие слова. Приятно. А здесь ленточкой все всегда перевязано на бантик. Упаковочная бумага розовая. Ну, упаковочная бумага у меня всегда вот здесь рвется сбоку. Ну, в принципе, она как таковая не нужна. И дальше идет уже само наполнение коробочки. Здесь, как всегда, сверху идут всякие брошюрки. И еще мне нравятся вот такие карточки, которые компания вкладывает. И здесь цитата от Beyoncé: можно полностью поменять свое отношение к жизни, поменяв свою привычную подводку или помаду. Так что это вот цитата Beyoncé и сюда вложено. А также здесь еще вложено Биодерм, можно пройти тестирование кожи, и сам перечень всех продуктов, которые лежат в коробочке. И вот так вот все это там выглядит. То есть вот так. Все покажу подробно и вблизи, чтобы вы могли тоже сами рассмотреть. Поэтому буду читать все по вот этому перечню и уже буду доставать то, что идет по порядку. И первое у нас идет Веледа цитрусовый освежающий гель для душа. Полный объем 200 мл такого геля стоит 504 рубля. Здесь объем 20 мл рассчитан на один раз, я так думаю. Мне хватит этого геля всего лишь на один раз. И я его открывала. Он вот такой вот крем прям. Пахнет цитрусом, свежим цитрусом, прям вот только что разрезанным лимоном или лимонной кожурой. То есть прям аромат такой цитрусовый, очень приятный. Консистенция у него кремовая, плотная, он хорошо пенится. У меня уже был поменьше в таком в сашете от Веледа пробничек, но когда-то давно, я помню, что тоже очень нравился. В общем, такого пробничка хватит на один раз. Полный объем, еще раз повторюсь, 200 мл идет. Здесь вот в 10 раз меньше, то есть здесь 20 мл. Так, дальше у нас идет от Плеяна нежная пенка для интимной гигиены. Выглядит она таким образом. Объем в этой пенке у нас идет 50 мл, полный объем идет 170 мл и стоит от 1477 рублей. Эта пенка была полностью вся зафольгирована, то есть она была вся запечатана. У нее помпа, пенка по своей текстуре мне напомнила пенку мусс от Avon. У меня была тоже такая, с такой же помпой, очень-очень похожа, но аромат другой. Здесь аромат тоже какой-то цитрусовый, свежий, и ненавязчивый, нерезкий, очень приятный. Пену дает вот одно нажатие, в принципе, я даже не дожала, потому что сейчас будет очень много. Вот такая вот пенка, она достаточно упругая и размыливается
она прям вот как с кремом даже идет. Я могу так вот еще сказать, что она прям идет с кремовым таким вот, чувствуется как кремовая текстура. Пахнет очень вкусно, свежим, сладким, цитрусовым чем-то. В этой пенке мне очень понравилась текстура, то есть она и как пенка идет, и еще с каким-то вот кремовым, не знаю, как объяснить, вот как чувствуется как крем. Так что очень-очень понравилось. Дальше у нас идет Lumine Liner для век Raspberry Miracle. В общем, это вот такой вот лайнер. У него очень тонкая кисточка фломастер, его необходимо хранить в перевернутом виде. Он такого красивого, темно-бирюзового, синего цвета, называется Deep Blue, номер 02 у него идет, то есть это не черный, а объем идет 1 мл, стоит такой лайнер 479 рублей. Когда я его только открыла, то есть я его когда открыла коробочку, сразу я схватила этот лайнер, потому что у меня закончился от Faberlic буквально несколько дней назад. Он, ну не знаю, на сколько, месяца на 3 мне хватает его. Мне он безумно нравится, и я его обожаю, от Faberlic такой лайнер. От Lumine я ни разу не пробовала, я его быстрее схватила, посмотреть цвет. Не прочитала, что это Deep Blue, я вот так вот его выдернула колпачок, и он меня брызнул, то есть брызнул на руку. Такими мелкими точками, как чернила. Я подумала, что это за цвет. И он таким синим, как растекся. Я его так еще растерла, стирается. Ну, кстати, тяжело. Сегодня у меня макияж сделан этим лайнером. Не знаю, будет вам видно что-нибудь или нет. Держится хорошо, рисует хорошо. Но когда, например, вы начинаете подправлять стрелочку, то он какой-то... Он суховатый немножко, наверное. Если вы его вот так вот потрясете или подержите вниз колпачком, то есть вниз вот этим вот кончиком, то тогда он сразу, то есть, стекает продукт, и он уже хорошо рисует. Понравился лайнер, не скатывается, долго держится, не отпечатывается, быстро высыхает, хорошо. Можно подправить, я смачивала ватный диск и подправляла стрелочки мицеллярной водой. Отлично все тоже подправляется, убирается. В общем, очень им осталось тоже довольна. Тем более мне нужен был лайнер, такого цвета у меня никогда не было. И вот сегодня я им сделала макияж, он сильно не отличается от черного, но все равно интересный оттенок в нем присутствует. Дальше у нас идет мне тату золотые, тату грек. В общем, это у нас еще одна пластина, одна плитка тату, очень красивых. Здесь она идет в цветочном узоре, тоненькие ромашки. Вот эти вот можно сделать вот на эти места, то есть вот так вот красиво будет. Очень жду отпуска, очень жду моря, лето. Хотя у нас сейчас конец сентября, чудесная погода, но уже, конечно, на пляж никто не ходит. И тату уже сейчас, кстати, вот, мне кажется, если вы в России, то бессмысленно делать. Если вы, конечно, едете куда-то отдыхать, то, мне кажется, будут еще актуальны, как минимум, следующий лет, это точно. Оставлю на отпуск, очень понравились. Стоит такой набор, набор, не одна такая штука, а набор от 250 рублей за набор. Так, дальше у нас идет в брошюрке Hugo Boss, женский парфюм Hugo Woman. Вот такой парфюм, у меня уже такой парфюм есть, точно такой же пробник. Сейчас я вам его... достану, покажу. То есть вот такой вот пробничек. Когда я открыла коробочку или бокс, сразу меня окутал этот аромат. Он очень приятно пахнет вот из пробника. Отсюда он пахнет просто безумно приятно. Но с моей кожи он пахнет совершенно по-другому. Он пахнет менее сладко, он пахнет более свежим, каким-то цветочным. Здесь он... не знаю, смешиваются какие-то ноты, сладкие, свежие, цветочные, восточные. На мне он звучит по-другому. Хотя мне вот из пробника очень нравится, как он пахнет, но себя, может быть, я так себя чувствую, себя мне как-то вот он не очень нравится, как звучит, а вот это у меня редко бывает так с ароматами, наверное, он мне все-таки, может быть, не подходит, или
же я его так чувствую, может быть, кто-то чувствует по-другому, не знаю, но так запах мне очень понравился. 30 мл такого парфюма стоит 2878 рублей. Написано, что это фруктово-цветочный аромат с необычной дерзкой мальчишеской нотой. Не чувствую мальчишеской ноты, но вот чувствую здесь больше сладкой, свежей, я не знаю, как даже описать аромат, очень приятный. Еще раз повторюсь, с меня он звучит немного иначе, поэтому вот пока положу его, может быть, в дальнейшем мне он, для меня он откроется как-то по-другому. Так, дальше у нас идет снова президент. Здесь у нас идет вот такая вот паста. Сразу скажу, эта паста мне нравится. Я такой уже пастой пользовалась. Единственная паста, которая мне не понравилась в президент, это с оранжевой полоской. То есть здесь вот розовая, а там была оранжевая. Вот она и по вкусу, и по очищению, и по свежести вот никак мне не понравилась. Вот эта паста, она таким прям мощным ароматом двойной мяты, очень надолго освежает дыхание. Вот эта паста мне понравилась, вот именно с розовым. Так что вот эта паста хорошая. И стоит такая паста у нас 75 мл от 250 рублей. Здесь содержит экстракт тимьяна и прополиса, обладает широким спектром антибактериальной и противогрибковой активности, в частности в отношении грибов рода кандида. Оказывает ярко выраженное противовоспалительное и ранозаживляющее действие, укрепляет десны, зубную эмаль, придает свежее дыхание. Действительно, все, что там написано, все, что прочитала, вот именно к этой пасте относится. С розовым понравилось. С оранжевым вообще нет. Так, у нас дальше по брошюрке идет салон пальчики, питательный крем для ног. Вот такой вот крем. Вчера мне муж мазал ножки, я его попросила. Вообще крема для ног я не так часто использую, может быть, и зря, но в зимнее время, наверное, буду, может быть, использовать чаще, потому что в зимнее время у меня сохнет как-то больше кожа, и я чувствую сухость и на теле, и на ногах, и на руках. И, в общем, этот крем у нас идет с ланолином и лимоном. Пахнет он цитрусовым, он очень быстро впитывается. Я бы сказала, что это даже крем-лосьон, который хорошо именно питает ножки, но он не жирный, не оставляет никакой пленки, приятно пахнет. Наносите его после душа, и все, у вас ножки гладкие, красивые, свежие. Мне вчера понравился еще такой небольшой массаж с ним, просто супер. Могу точно посоветовать, объем 75 мл, и стоит такой кремушек 110 рублей. То есть, смотрите, про выгодность, например, коробочки. Вот этот лайнер и вот этот крем, в принципе, уже окупают стоимость всей коробочки. Поэтому у меня писали комментарии, то есть дешево или дорого заказывать такие коробочки. Но если пару средств окупают ее полностью, то остальные средства вы просто получаете, ну как, бонусом, бесплатно. Я считаю, что да, такие коробочки, они выгодные, как правило, кладут такие средства более дорогостоящие, чем стоимость самой коробочки. И последнее, что у нас осталось, это от Holicoholic универсальный гель алоэ. 99% это пробничек небольшой, у меня уже был алоэ гель от Seven Ree фирмы, и я им пользовалась в отпуске, после моря, после душа, наносила на все тело, чтобы и мужу, и сыну мазала, чтобы ожоги как-то убрать. Отлично заживляет кожу, охлаждает, успокаивает, покраснение снимает. Люблю алоэ гель, уверена, что этот ничем не хуже, чем от Seven Ree. Полный объем в 250 мл стоит 490 рублей. Здесь вот не знаю, сколько миллилитров, тут не указано. В общем, это корейский у нас гелик, так что вот такой вот. Наша коробочка от Elbox пуста, вот такое у нее было интересное наполнение. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и было хоть как-то полезным. Ну а на этом я сегодня с вами попрощаюсь, но совсем ненадолго. Мы увидимся в следующих видео очень-очень скоро. И ставьте лайки, если это видео вам принесло какую-то пользу или просто подняло настроение. Ну а сейчас всех целую. Пока, до следующих видео.